Эта планета – любимый наш дом. В ней мы с рождения вместе живем. Планета прекрасна, моря, океаны, цветы и деревья, и разные страны. Солнце сияет с зари до зари. Что за планета, скажите, ребята? О какой планете идет речь в этой загадке? Конечно, правильно, это наша Земля. Вот такая красивая, голубая, желто-зеленая. Да, если подняться высоко-высоко в космос, то можно увидеть, что наша планета похожа на шар. А как называется предмет, который изображает нашу Землю? Правильно, глобус. А для чего нужен глобус? Чтобы смотреть, что где находится. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то можно увидеть, что она голубая. Как вы думаете, почему? Потому что на нашей планете очень много морей и океанов. Но кроме воды, там есть еще и суша. Ее также обозначают разными цветами. Коричневые горы, желтые равнины и пустыни, а зеленым растения и леса. Сегодня мы будем делать макет нашей Земли. Вот такой вот глобус. Что нам понадобится для этого? Для этого нам понадобится три цвета пластилина. Желтый, зеленый и синий. Берем кусочек синего пластилина. Разминаем, делаем его мягким. Это будут наши водоемы. Раскатываем шар. Можно на столе, можно двумя ручками. Раскатывая ровный. Поправляем. Вот такой шар у меня получился. Берем кусочек зеленого пластилина. Это будет наша суша. И делаем материки разного размера и разной формы. Так как у нас на планете материки бывают и маленькие, и большие. И приклеиваем на наш шар. Так, еще берем кусочек поменьше. Так. Еще меньше можно взять. Придаем разную форму, чтобы не были они у вас все круглые или прямоугольные. Вот так вот у нас получилось. Теперь еще раз раскатали, чтобы наши материки хорошо приклеились. Так, что не хватает нашему глобусу? Да, конечно, подставки. Для этого нам понадобится зубочистка. Вставляем. Берем кусочек желтого пластилина. Обклеиваем нашу зубочистку. Так, теперь осталось сделать подставку для нашего глобуса. Из желтого пластилина скатываем шар. Так, приплюснули его до формы диска. И установили модель нашего глобуса. Хорошо закрепили. Вот такой макет глобуса у нас получился. Жду ваших работ. До новых встреч!